Как сообщил подоспевшим пожарным владелец злополучного Volkswagen, возгорание в его машине возникло под приборной панелью. В 7:17 поступило сообщение о возгорании автомобиля на улице Октябрьская в городе Орле. Ситуацию осложняло то, что место возгорания находилось недалеко от остановки общественного транспорта. На момент прибытия автомобиль горел по всей площади. Пожарные сразу же приступили к тушению. В течение нескольких минут локализовали возгорание, а после уже и ликвидировали полностью. Пострадавших нет. В МЧС говорят, водитель адекватно среагировал на ситуацию, потому и остался цел. По статистике, легковой автомобиль горит обычно 10-15 минут. Это быстро развивающийся пожар. И главное, в данной ситуации оперативно эвакуироваться из транспортного средства. А если пожар только начинается, постараться самостоятельно его потушить. Хотя огнеборцы прибыли в считанные минуты, автомобиль сильно выгорел. Причина ЧП предстоит выяснить экспертам испытательно-пожарной лаборатории. Именно к ним мы обратились за компетентными комментариями. Все пожары на транспорте эксперты разделяют на две большие категории. Первая из них связана с аварийным режимом работы в самом автомобиле, а вторая – с человеческим фактором. Причины пожаров первой группы формируют три фактора – автомобильная электрика, нагретые поверхности и горючие жидкости. К ним относятся пожары от аварийных режимов работы электрооборудования автомобиля, а также загорание горючих материалов, горючих жидкостей, попавших на высоконагретые поверхности выпускного коллектора автомобиля. Возгорания с человеческим фактором отличаются большим разнообразием причин. Наиболее характерные из них таковы. Курение в автомобиле самим водителем либо пассажиром. Также разогрев двигателя газовыми горелками, паяльными лампами в холодное время года. Из экзотических причин ситуация характерная для парочек, уединившихся в машине на лоне природы. Коллектор автомобиля разогревается в зависимости от условий эксплуатации машины от 400 до 700 градусов. Зачастую весной люди паркуются на природе на сухой травяной растительности, вследствие чего она загорается и приводит к пожару самого автомобиля. Ситуация, когда человеческий и техногенный фактор одновременно служат причиной возгорания авто, является ДТП. Тот случай, когда предугадать и предотвратить пожар нет ни шанса. Иван Суверин, телеканал «Первый областной».